Порой надо оставить машину на парковке буквально на час, а места нет. На стоянке установлено ограждение. В администрации города утверждают, что это незаконно. Земля под дворовыми парковками находится в муниципальной собственности. А это значит, что все владельцы автомобилей имеют одинаковые права и могут занимать любое свободное место. В Ленинском районе столицы провели рейд по выявлению незаконно установленных ограждений. Было проверено 8 дворовых парковок, демонтировано 57 метров цепей и 8 блокираторов. Все они переданы по акту на хранение в управляющей компании. Всего в районе в прошлом году демонтировано 244 метра цепей и 100 автоблокираторов на 197 машиномест. Одним из способов решения проблемы нехватки парковочных мест во дворах власти города видят в обустройстве дворовых парковок на бюджетные деньги, а также строительство гостевых парковок на собственные средства жильцов. Только в Ленинском районе в 2013 году во дворах были построены 14 парковок на 150 машиномест за счет средств жильцов на 260 машиномест. В планах на 2014 год за счет муниципальных средств построить 47 парковок на 488 машиномест.